Друзья, всем привет! Сегодня я понял, что такое личный бренд, что хватит прятаться в своих видео и что надо появляться на видео самому, то есть не за кадром говорить как-то там, вот, а выходить именно из тени, вот, и, ну, я имею в виду из тени. Из-за того, что раньше видео все были, я был всегда за кадром. Сейчас я осознал то, что хватит быть за кадром. Сейчас я начинаю все видосики свои делать именно так, чтобы я был в кадре сам. Вот. Поэтому, друзья, подпишитесь на мой канал. Будет ссылочка, я прикреплю ссылочку на YouTube-канал. На него тоже подпишитесь, пожалуйста. Вот, это поразительно, ребята, но я только-только осознал то, что как важно быть в кадре самому, как важно иметь личный бренд. Вот, этот бренд очень важен, когда, ну, то есть, видят люди в кадре человека живого, какой он есть, со всеми его достатками, недостатками, ну, в общем, как он есть, как они его себе видят, этого человека. Вот, собственно, я вам в этом признаюсь сегодня. Вот, и теперь буду все свои видео стараться делать так, чтобы я был в кадре. Вот, не то, что там за кадром, а именно в кадре. Вот, друзья, прошу подписаться на канал. Всегда буду просить подписаться на канал, потому что сейчас YouTube-канал «Рыбный путь». Я в нем буду выступать именно уже не за кадром, а вот как сейчас с вами общаюсь. Вот на YouTube-канал. И еще один YouTube-канал. Кстати, я сейчас снимал розыгрыш вот здесь, на этом месте, на смотровой площадке Крымского моста. Тут, кстати, крепость тоже у меня за спиной, крепость Керчь. Вот, фазаны кричат, если слышно. Вот, друзья, значит, подпишитесь на канал «Рыбный путь». Вот, подпишитесь на канал «Автоботы Лайв». Называется канал полностью «Новое шоу Автоботы Лайв». Вот, «Лайв» пишется по-английски, все остальное по-русски. Вот, вот на этот канал подпишитесь. Вот, я там буду вам вещать. Автоботы Лайф — это про автомобили. Вот, я буду делать обзоры. А Рыбный путь — это про рыбу и рыбный путь, соответственно. Так что, друзья, спасибо вам за просмотр. Ставьте лайки. Ставьте дизлайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Я готов выслушать в комментариях, что думаете по этому поводу. Вот, не прячусь уже за кадром. Вот, сложно было переломить себя, конечно, вот, именно выйти в кадр. Но, тем не менее, я это сделал. Спасибо, друзья. Всем хорошего настроения. Пока.